приветствую. Предлагаю вам перейти на новый уровень производительности в складской тематике. Значительно начать экономить на персонале, зарядной инфраструктуре и аккумуляторных батареях. Для этого мы разработали и запустили и оттестировали уже больше, чем на 50 объектов передовое решение по энергообеспечению складской техники. Да, это решение на литий-ионных аккумуляторных батареях, но оно на другом подходе. С вами Александр Логинов, компания «Энергоэлемент». Поехали! В 2010 году мы начали свой бизнес сервисного сопровождения свинцово-кислотных батарей. Мы тогда начали работать с IKEA, компанией Боржоми, потом присоединилась компания Coca-Cola. За более чем 10 лет развития сервисного направления мы освоили более 1000 батарей на постоянном сопровождении. Сейчас около 70 объектов по Москве и Российской Федерации используют наше решение именно сервисного сопровождения свинцово-кислотных батарей. Однако, работая с клиентами, мы поняли очень простую вещь. Вам не нужна батарея как такова, да? Вам не нужна зарядная инфраструктура, вам не нужен аккумуляторчик, все это вам не надо. Вам нужно решение, с помощью которого вы, ваш погрузчик может переносить товары с точки А в точку Б, и вы на этой транзакции будете зарабатывать свои комиссионные, да? Либо зарабатывать на хранение товара, либо, в принципе, на товаре, если он располагается на вашем собственном складе. И тогда возникла очень простая мысль, как же сделать решение, которое удовлетворит полностью все ваши потребности, а именно сместет напрочь все ограничения свинцово-кислотных батарей, при этом будет адаптировано точно под вас, соответствовать выработке моточасов на одном цикле заряда под ваш именно индивидуальный режим работы и, естественно, заряжаться ровно тогда, когда вам это действительно нужно. Посмотрим. Первое требование, которое мы выставили перед нашим модулем, это соответствие габаритным размерам. Почему? Ну, потому что это очень важно. Надо соответствовать габаритам вашей складской тематики, а она в основном на базе международного DIN-стандарта, в котором говорится, что длина 198 мм. То есть неважно, какая высота и ширина элемента свинцово-кислотного, по DIN-стандарту его длина 198 мм. Этот же стандарт заложен в наш модуль. Это позволяет легко наше решение интегрировать в электропогрузчик, электротележку, либо рич-трак, либо узкопроходный штабелер. Неважно, какая у вас складская техника, мы легко адаптируем по габаритам наш модуль под вашу технику. Второе, на что мы обратили внимание, это безопасность. Это крайне важно. Безопасность в литий-ионных батареях должна быть. Поэтому мы используем автомобильный стандарт самого элемента, крепим его с помощью ультразвуковой сварки, это технология Теслы, элемент к токосъемной шине, и дальше используем профессиональную, дорогостоящую европейскую электронику. Это позволяет нам гарантировать контроль качества и показатели заявлены наших батарей. Третье – это охлаждение батареи. Это очень важно, потому что крайне часто наше решение используется именно в высоконагруженной технике, когда техника должна работать либо непрерывно 8, 10, 12 моточасов, либо вообще 22, если мы говорим о рич-траке. Для того, чтобы охлаждение проходило эффективно, мы в нашем решении заложено следующее. Это расстояние между элементами и специальные технологические отверстия в самом модуле для конвекции воздуха. Это позволяет на заряде, на двухчасовом заряде практически любой емкости не перегревать батарею и крайне быстро охлаждать батарею в изолированном пространстве корпусе внутри складской техники. Для объединения модулей в башню, либо в элемент, как удобно этого можно назвать, но для набора емкости используется специальная токонесущая шина из 5-миллиметрового алюминия сверхвысокой частоты, который производит безумное тока, ну, спокойно до 1000 ампер без какого-либо значимого разогрева. Эта шина объединяет батарею ровно той конфигурации, которая нужна. Вот в настоящий момент представлено нетрадиционное расположение модулей. Обычно мы их выращиваем в одну башню. В этом случае она Г-образная, грубо говоря. Это позволяет уникальным образом набирать ровно ту емкость, которая нужна в тех габаритах, которые мы имеем. Получается так, что наша технология применима как для старой техники, потому что с модульной наборной конструкцией, если что, мы можем перебрать рич-трак в погрузчик, а погрузчик в две электротележки, либо на новой технике, потому что она полностью соответствует всем требованиям всех крупных производителей складской техники.
позвоните нам по телефону 8 800 500 0602, либо напишите на почту sales@energo-e.ru, и наш менеджер профессионально подберет вам то решение, которое нужно конкретно под вашу производительность складской техники. С вами был Александр Логинов, компания «Энергоэлемент». Пока!